Почта России совместно с Федеральной таможенной службой разработала техническое решение, с помощью которого жители страны Южного Урала, в частности, смогут при оформлении заказов в зарубежных интернет-магазинах оплачивать таможенные пошлины удаленно. Мы рассчитываем, что упрощенная процедура взимания таможенных пошлин сделает процесс приобретения товаров в интернет-магазинах максимально комфортным и сократит время обслуживания клиентов в почтовых отделениях. То есть теперь клиентам не придется тратить время на оплату таможенных пошлин в почтовом отделении. Сделать это можно онлайн при оформлении заказа в интернет-магазине или через мобильное приложение Почты России. Эксперимент стартовал 9 января. Постепенно к нему присоединятся все крупнейшие игроки рынка. Удобное новшество становится особенно актуальным с наступлением Нового года. Эта ситуация касается изменения норм ввоза товаров посредством международных почтовых отправлений, а именно снижения беспошлинных норм в части стоимостной. То есть с 1 января у нас 1000 евро, этот порог снизился до 500 евро. Хочу отметить, что весовой порог, а именно 31 килограмм, остался на прежнем уровне. Как отмечают сотрудники Почты России, зарубежные магазины, особенно китайские площадки, пользуются у наших земляков все возрастающей популярностью. Посылки приходят в отделение области каждый день. Объем международной входящей почты постоянно растет. То есть если в 2017 году челябинский филиал Почты России обработал 4,6 миллиона международных почтовых отправлений с товарными вложениями, то есть это те самые посылки с заказами из интернет-магазинов, то в 2018 году было обработано уже на 40% больше, а южноуральцы получили 6,5 миллионов мелких пакетов и посылок. Разработчики сервиса подчеркивают, к эксперименту смогут подключиться любые международные торговые площадки. Главные критерии для участников – достоверность информации о товарах и прозрачная логистика. Юлия Алексеева, Владимир Котегов, СТС Челябинск.